привет, друзья! В эфире снова Ньюсбокс. С вами Анна Грачевская. В этот день американский ученый Кинг впервые выделил витамин С. Этой весной он нам всем очень необходим. Поэтому пейте витамин С и смотрите новости из мира музыки и шоу-бизнеса. Узнавайте все самое эксклюзивное в Ньюсбокс на Russian Music Box. Мы начинаем! Котиков много не бывает. Танцевальный день рождения Виктора Строганова. Зубная фея, звездные улыбки до и после. Самое интересное об этом и не только. Узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Выставка бездомных кошек «Всем по котику» прошла 1 апреля на Красном Октябре. Ее цель – найти хозяев животным из приюта. В акции принимали участие 120 четверолапых. Подробности в репортаже Анастасии Коневой. Мы находимся на выставке котов из приютов от фонда «Подари жизнь». На руках у меня сидит такая красавица Настена, которая всем своим видом хочет показать, что именно она в доме будет самая настоящая хозяйка. 1 апреля в одной из помещений бывшего конфетного цеха всего на один день съехались 120 котов и кошек в надежде обрести любящих хозяев. Акция «Всем по котику» от фонда «Подарок судьбы» – это выставка четвероногих мышеловов из приютов, на которой любой москвич или гость столицы может взять себе домашнего любимца. Хозяев ожидали только здоровые привитые коты, готовые к переезду в дом. Процесс обретения пушистого друга связан с некоторыми формальностями – собеседованием, консультациями и заключением договора. Мы первый раз сегодня делаем выставку кошек, до этого мы провели 17 выставок собак, и в 2012 году наш фонд, в принципе, создал этот формат. Мы очень рады, что он сейчас активно развивается, и надеемся, что с кошками у нас тоже сегодня все получится. Мы действительно за ответственные отношения. Это, наверное, самое главное, что мы хотим привить людям, независимо от того, в принципе, откуда они берут животное. Это стандартные вопросы, готовы ли все члены семьи, арендованное, неарендованное жилье. И в этом случае тоже могут быть разные варианты, потому что есть люди, которые заранее проговорили это с теми людьми, у которых снимают свое жилье, и подготовились к этому вопросу. Были ли животные, знают ли, что нужно делать прививки регулярно. Животные у нас практически все сейчас на броне. Я-то знаю, где их брать, даже если это не выставка. А выставки такие мы как раз делаем для тех людей, которые не знают, где их брать. И мы как бы намекаем их: ребята, не обязательно идти в магазин и покупать кота для того, чтобы приобрести себе лучшего друга. С каждым из потенциальных хозяев сначала общается куратор, человек, который привез кошку. Он хорошо знает ее характер, особенности поведения. А затем профессиональный зоопсихолог. Кураторы еще некоторое время, около месяца, поддерживают связь с новыми хозяевами. Интересуются, как кошка осваивается. Это не люди себе выбирают котов сегодня, это коты подбирают себе новых животных. Новую собственность. Мы их собственность, это нормально. Это дитё на самом деле, это уже ребенок, это часть семьи, и он требует, любое животное требует заботы, ласки, любви. Вот и все, надо просто любить. Так, тебе нравится? Тебе нравится хозяин твой новый? Скажи, мяу. Значит, нравится. Мама кормит мою кошечку и кормит ее говяжьей вырезкой. Говяжий вырез. И когда в магазин приходит, она говорит: можно мне кусочек говяжьей вырезки, там 150-200 грамм? Говорит: а почему так мало, говорит, берете своему молодому человеку? Говорит: я, говорит, кошки беру. Во время акции «Всем по котику» новых хозяев обрели 103 усатых полосатых обитателя приютов. Более 20 лет Строганова развивает рейв в нашей стране. Свой день рождения Виктор решил не обделить публику, а подарить ей ночь танцевального марафона. Подробности из нашего следующего репортажа. День рождения хочется провести незабываемо. На свой праздник диджей Виктор Строганов решил сделать подарок не только себе, но и всем любителям музыки. 1 апреля 2018 года огромная дружная техно-хардстайл и хардкор-семья, состоящая из Владимира Фонарева, Профита, диджей Квазар и Андроид, отпраздновала юбилей одного из самых знаменитых и влиятельных техно-диджеев. Смотрите, что происходит на танцполе. Люди веселятся, бесятся, танцуют, отрываются. Они сейчас чувствуют себя абсолютно свободными. Музыка, лазеры, и вокруг счастливые люди, и они один на один с собой.
своими мыслями. Это очень круто. Сегодняшнюю ночь прозвучит техно, транс, драм энд бейс, хардкор, хардстайл, разнообразие стилей. Ты с Виктором знакомы уже более 10 лет. Но последние 3-4 года я активно принимаю участие в его вечеринках. И сегодня как раз все друзья собрались, чтобы его поздравить. Ночь рейва собрала большой ажиотаж среди любителей активной танцевальной музыки. Виктор заранее позаботился о своих слушателях, сделав свободный вход в зону танцпола. Строганов не скрывает, ему приятно быть примером для молодежи. Сегодня получилось сделать рейв с бесплатным входом. Как мы называем это, фри-рейв. Это уже становится некой очень прикольной фишкой, традицией. Когда получается сделать бесплатный вход, приходит колоссальное количество людей. Твоя публика, я думаю, что люди, которые любят очень динамичную музыку, очень такую мощную. Это и болельщики «Спартака», это те, кто слушает его радиошоу. У него очень большой перформанс, он на этом строит свои выступления, и в этом его фишка. Такие глобальные рейв-вечеринки Виктор Строганов устраивает ежегодно в честь своего дня рождения. Не пропустите объединение дружной хард-техно и хардкорной в семье в будущем. С вами был я, Виктор Строганов, специально для Russian Music Box. Приходите на рейвы, будьте счастливы! Белоснежная улыбка, 32 зуба, визитная карточка знаменитостей. Однако не у всех от рождения белые и ровные зубы. Порой для того, чтобы ослеплять звезды, обращаются за помощью к дантистам. Кто был замечен на приеме у стоматолога? Смотрите и удивляйтесь. Роскошная улыбка знаменитостей – одна из примет их головокружительного успеха. У кого из звезд произошли самые радикальные перемены? Несмотря на свой юный возраст, за последние 5 лет Майли Сайрус изменилась до неузнаваемости. Заметная перемена произошла и с ее улыбкой. При каждом удобном случае эпатажная исполнительница показывает не только язык, но и белоснежные фарфоровые виниры. В самом начале своей триумфальной футбольной карьеры в этом португальце было сложно заподозрить одного из самых желанных спортсменов на планете. За 15 лет он много работал над собой и приобрел не только прекрасное телосложение, но и, спасибо лучшим европейским стоматологам, улыбку. Фотография Эфрона с натуральной улыбкой – редкий кадр. Будучи подростком, он быстро понял всю магию кокетливой мужской усмешки и довольно рано обратился к дантистам за помощью. Свои первые гонорары Селин Дион решила лишь частично инвестировать в собственную внешность, но естественную форму зубов все-таки исправила. Улыбка эксцентричной певицы Гвен Стефани переживала изменения дважды. Сначала Гвен исправила зубы, а затем чуть-чуть увеличила губы. Популярный исполнитель Джастин Бибер потратил на зубные накладки более 15 тысяч долларов. Зато теперь от его белоснежной улыбки невозможно отвести взгляд. Сколько корон подарила Татьяна Мельник Сергею Звереву? Скандалы и сплетни из жизни зарубежных звезд. Кино на сцене. Узнайте об этом завтра в 19:00. Не пропустите. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Анна Грачевская. Пока-пока!